Привет всем! Сегодня мы хотим вам показать закупку продуктов. Значит, сейчас будут продукты с магнита. Значит, купили мы вермишель быстрого приготовления с куриным бульоном и с говяжьим по 5,90. Далее, значит, мы купили гречневую крупу. Сейчас она там по 28,90. Здесь идет сколько? 800 грамм. Также, значит, макаронные изделия. По 14,90. Рис. Рис, кстати, дороже гречки. 36,20. Почему-то гречка стала дешевле намного. Также батон. Ну и консервы скумбрия. Скумбрия у нас идет по 43,90. И также мы купили мандарины. Мандарины по 58 рублей. Взяли мы здесь. Так, сейчас посмотрю, сколько мы их взяли. Кило 800. Мандарины, кстати, не смотрите, что они зелененькие. Они, кстати, сладкие очень. Мы по пути заехали. У нас есть такой склад All Pro. Значит, там купили мы кетчуп томатный. Кетчуп там, значит, у нас идет по 36 рублей. Взяли две штучки. Далее взяли чай. Лисма крепкие. Здесь идет 100 штук, плюс 25 пакетов бесплатно за 130 рублей. Взяли также кильку в томатном соусе, потому что мы очень ее любим. Там она по 32 рубля. Также взяли вот такую кукурузу для попкорна по 14 рублей. Это делать самим. В сковородке можно с солью, можно с сахаром. Также взяли перчик молотый. Здесь так идет 10 грамм, стоит 10 рублей. Пудра сахарная. Мы часто очень печем. Тортики делаем. Там здесь, значит, 50 грамм стоит, сколько он там, 14 рублей. Также взяли мы вот такие зефирные язычки попробовать детям. И вот такую вкусняшку. Это круассаны. Они по 165 рублей килограмм. Вот здесь вышло, значит, 518 грамм на 85 рублей. А здесь у нас кулечек вышел 560 грамм на 92 рубля. Также заехали мы в магазин «Светофор». Нам вообще этот магазин нравится. Значит, там мы взяли крекер. Вот здесь там идет 500 грамм по 34,50. Сразу будем набирать, чтобы не путаться. Так. Далее, значит, «Щедрая Сибирь», стандарт колбаса. Это у нас колбаса полукопченая. Ой, сырокопченая. Мы взяли ее первый раз. Называется «Щедрая Сибирь». Здесь, значит, она по 348 рублей за килограмм. У нас вышло 602 грамма на 209 рублей. Попробуем, не знаем, вкусно, невкусное. Будем надеяться, что вкусно. Взяли ее первый раз. Также нам там очень нравится в «Светофоре». Вот это горячий шоколад. Его просто разводишь в кружке, пьешь. Он уже идет сладенький, с сахаром. Он там по 56 рублей. Очень вкусно. Взяли мы две пачки. Также нам очень нравится кофе «Черная карта». Там оно недорогое. Стоит 112 рублей. Здесь 250 грамм. Оно, кстати, кофе, это натурально молотое. «Черная карта». Также взяли мороженое. Обычно там брали с клубникой, с ванилью, но сегодня взяли простое. Здесь, значит, идет полкило. 53 рубля. Нам там очень нравятся вафли. Ой-ой-ой. Вот мы взяли вафельки. Здесь идет 500 грамм. Так, вафли стоят 48 рублей. Я думаю, это недорого. Мы очень любим с чаем. Взяли вафли шоколадные. Были еще сливочные. Так, Ангелина, убирай. Также взяли леденцы карамель. Это ассорти. Здесь разные начинки. Вот леденцы. Здесь есть, так, еще бы знать с какими. Ну, здесь раз, два, три, четырех видов. Это, вообще у нас леденцы любит Ангелина очень. Также взяли ассорти. Вот такое ассорти. Оно стоит 148 рублей. Здесь вот получаются печеньки, потом какие-то вот шоколадные трубочки и вот еще какие-то печеньки в глазури. Получается сразу в коробочке трех видов. Также мы очень любим сухарики.
Их можно и просто кушать, а мы еще добавляем их в салат. Там, значит, вот здесь идет у нас, сколько же это грамм-то? 300 грамм, 29 рублей. В принципе, я думаю, это недорого. Взяли тоже две пачки. Так, туалетная бумага. Вот здесь, значит, идет 12 рулонов, двухслойная. Стоит 78 рублей. Да, 12 рулонов, я считаю, что это недорого за 78 рублей. И мы уже не первый раз берем блинчики. Именно блинчики, блинчики с вареной сгущенкой. Там они у нас идут по 35-50, грубо округлить, 36 рублей. Очень хорошо на завтрак. Поджарил, покушал. Вот. Еще мы очень любим плавленый продукт. Вот взяли сырки голландские, там это 4,50. Взяли 10 штучек. Конфеты джаззи, нуга карамель. Очень вкусные конфеты. Килограмм стоит 129 рублей. Очень вкусные. Я считаю, что это очень недорого за 129 рублей взять килограмм. Также взяли чай принцесса Гита, там он 17 рублей, здесь 25, плюс 5, 30 пакетиков. Решили попробовать шпигачки, нынче какие-то шпигачки киевские, но мы вообще любим шпигачки, поэтому думаю, что нам они понравятся. Там шпигачки стоят 119 рублей за килограмм. Вот у нас здесь вышло 984 грамма на 117 рублей. Также взяли мы вот такой, это напиток, здесь содержит сок, это на Новый год девочкам. Как называется? Детское шампанское, в котором находится сок. Взяли попробовать майонез Азбука Кухни, здесь идет 750 грамм. За 29,90, это за 30 рублей. Мы, конечно, не знаем, вкусный, невкусный, но попробуем. Пельмешки взяли попробовать, деревенские. Килограмм стоит 60 рублей. Также взяли папе станки одноразовые за 87 рублей. Здесь их так 5, вот 10 штук. Здесь их 10 штук за 86 рублей. Также взяли пасту Промис. Здесь 145 грамм. Плюс 20, это выходит 145 грамм. Так, за 24 рубля. Нам очень нравится вот такое мясо. Это мясной орех сибирский. Так, значит, он по 277 рублей за килограмм. Вот у нас здесь вышло как раз килограмм 8 грамм на 279 рублей. Очень вкусно, нам очень нравится. Взяли мы йогуртный продукт 5% Фрутис по 28,90, по 29 рублей. Две штучки. И взяли мы вот такие конфетки. Называется мармеладка. Это желейные конфеты. Здесь клубника с яблоком. Стоят они... Сейчас я вам скажу, сколько они стоят. Что-то я потеряла. Где у нас конфеты? 105 рублей. Я считаю, это очень дешево. За килограмм 105 рублей. На сегодня наши покупочки закончились. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, ну и пишите комментарии. Всем пока-пока!